Всем привет! Сегодня у нас полный дом гостей. Весна, банда здесь, да? Здесь у нас целая туша. Конины высший сорт. Вот. А здесь это вся банда, которая... Козылычники. Козылычники. Ошарга йоратасызма? Ошарга йоратабызма. Первый раз, если честно... Всю жизнь видел, как со стороны как бы делают. Ошаганда там, не? А вот Ошаган Кураган Югэ. Да, вот когда турысын. Да. А? Нинди? Курагасы, друзья, нинди иттен козылы гёсыбыз. Обычно бетенде тэ колбасага козылыкларга. Сиски-писки. Сиски-писки. И не, второсортное мясо используется. А біз мында используем чисто тэгэ высший сортный. Наоборот, мына... Азрак тега не волса, признаки тега визуально немножко неподходящие, сразу кистошливость. Вот, все, сиси-писи отрезаем. Сиси-писечный отдел у нас в оконцовке, мы его называем огромный, да, Азат? Да. На той неделе мы две туши уработали. За два дня. Сегодня у нас один рабочий день. Так, здесь у нас коллектив женский. Чесночники. Я накаем. На что же здесь? Чесночники. Нинди клей. Клей, я когда не покупал, зато выгрузил. Не помню. Там старые перешницы, здесь чесночницы. Чесночницы. Да, что это лишнее ты сюда совсем не брали? Чесночницы. Отборный ит, отборный. Куракзай. Как переливается. Куракзай. Красиво. Да. Настя. Так. Где у тебя, сырье? Че с пальцем? Рамазан, ты. Я сам ты сегодня с какой ноги встал, скажи? Я не встал еще. Ты еще не встал? А! Это персонаж. Отправили за весами. Он упал вместе с весами. Разломался нахрен весы. Поставили его кромсать, он. Одну ляжку не раскромсал, палец себе раскромсал. В общем, у него всегда так. Да, Рамазан? Ты смотри, у тебя трактор новый. И турки обещали тебе ворошилку до состояния нового восстановить. До состояния новый. Восстановить. Да. Я первый раз в жизни конину именно разделал. Дичь-то всегда разделал, первый раз конину. С такой компанией интересно так. Общаемся, разговариваем на различные темы. Немножко там настроение иногда поднимаем. Чуть-чуть. Вообще все клево. Классно. Настроение огонь. Здорово. Спасибо. Ты что, на фаршик делаешь себе, да? Параллельно. Параллельно запустили мясорубку. Фаршик делаем. Я запускаю мясорубку. Так, Рамазан начал макарошки делать, да? Да. На холостых не держи, ладно, я это вот так закидываю в платную, вот. То есть суть, все, подожди, выключи, перегрузи, я это хочу показать. В чем суть? Суть в том, что вот мы этот прибор уже вот делит на такие вот макарошки. Вот, на макарошки. Фокуса нету. Вот они, макарошечки такие. Все. Все? Все? Слева и справа, короче, мы там как раз... Да, мы осенью созвонились. Вот главный начальник. Ездили на этом. Главный контролер. Весной. На усиновый охот. А, не твоя поехала? Не, мы поехали на Вальдшнепа. Там можно на Вальдшнепа приезд? Или нет? Или нет? На Вальдшнепа дегенден Саид. Где Саид? У Саида самая любимая охота. Это охота на Вальдшнепа. Саида? Вообще он говорит, когда уже лето? Когда лето мы на Вальдшнепа? Вот он ему так понравилось. Помните нам вот где ельник на длинной поляне мы стояли? Царская охота. Вообще, вот он вообще так кайфанул с этой охоты. Я, кстати, книги заказал «Охотничьи просторы» 61-го, 68-го и 72-го года две штуки. Четыре книги «Охотничьи просторы». Так люблю рассказывать эти книги. Я в детстве ходил в библиотеку и читал. Не было возможности охотиться, я читал книги, себя представлял там на охоте.
Это вот мне так отложилось, что у меня сейчас прям фобия, не фобия, а точнее бзик. Мне нужно эти книги насытиться ими. Передние ляжки, они вот такие. Тут вот очень много обрезков. Все такое. 14-15 отложил. Азмон. Да. Как халя? Отлично, брат. Вот. Так, без нищей до башадых, сагат и кинши тула эви. Да, работа идет полным ходом. Веселуха. Прекрасно есть. Рамазан, ты давай работай, мы тут хорошо, я вижу в этот. План твой, план. Фебра не поменялась еще. Отсюда еще мясо срезай на фарш. Пока отсюда, видишь? Вот, да, давай. Светке надо, Светка, потому да, что это. Им же надо быстрее манты запустить в производство. Манты, манты. А что манты будут из фарша не спускать? Фарш. Это что за новости такие? А? Вообще сделать с кусочками, по новому вкуснее манты такие. А с фаршем. Ну все уже? Все уже. Я такая, как тебя дела? Настроение не шик. Если бы Леша... Вы курс хотите? Эзгене, хотим. Если бы Леша... Туда сядем тогда, что ли? Да, туда сядем. Да, не будем здесь убирать. Нет, да. У нас готово все. Все готово? Может, покушаем, пацаны? Запускайся. Можно. Эй, давай. Давай, везде сало пырис, покушаем и дальше. Мы даже не доделали его. Твоя мама сейчас нас по-любому наругала, ё-моё, блин, так рада. Азат у нас молодец. Никогда, да? Возможно. Бр, никогда не молодец, сказал. Да. Молодец. Человек, который не умеет говорить нет. Да, да. Но, брат, тебе надо походить на тренинги. Чьи? Научиться говорить нет. Да? Да. Варда газма? Ёп! Вот сигарлет. Молодец. Супчик, покушать. Ну ты посмеялся так, как бы поняла. Так, сейчас. Жизнь, конечно, делается быстро, но затратная часть тоже большая. Была Маша Тракера. Да. А я? Азамат молодец, он. Бухгалтер. Правду в матку, бухгалтер. А я, видишь, бюрлер не даст такого, щекра. Да. В общем, в этом и кайф так собираться. Развеселый разговор, живое общение. В общем, одним словом, это традиции предков, так собирались, общими усилиями что-то делали, потом кайфовали. Итак, процесс производства перешел на новую стадию. Так, вот здесь 6. Фабрика меняется. На стол положи, чтобы плавно разматывался. Сейчас покажу, что там. На продажу сразу. Красота. Процесс. Все, я пошла заниматься. Похоже, скоро с меня начнется спрос. Пошла и доделывать. Мой этап работы. Один сделан на заморозку. Алин, ау. Сними самую сложную работу у меня. Тебе помочь, Ренат? Помогите, мне тут столько думать приходится. Как все это вообще? Главный пальчик, Ирина, сейчас самый главный в твоей работе. Нет, я думаю, тебя поддержать, что ли? Вот так. Никогда не такой тяжелой работы меня не подвергали. Начальство всегда меня бережет, не то, что... Брат меня не жалеет. Тяжело в учении, легко в бою. Держать вообще... Я не успеваю говорить, подождите, не отвлекайте меня, не отвлекайте. Что там, нормально, да? Нормально все, да? Поддержите меня, пожалуйста. А ты как справляешься-то? У него тоже не менее легкая работа. Ну, смотрите, у Азата вообще, если он сейчас без сил упадет. Не расмахивай, не считай. Азата, не отвлекайте, у него еще... Кажется... 33. Если бы я еще и считал, я бы уволился бы отсюда. И так невыносимо. Ладно, вечером отпуск будет, не переживай.
Все взять? Да. Ну, вообще, что взять? Давай все вот так уберем. Вот эти длинные тоже уберем, пока все одно потом будет. Ох, красавец. Гиаз тут раз из-за этой рыбки, да, пальцы? Вот и вот, вот. Вот еще мясо. Да, вот мясо. Вот прям тянешь, у тебя вот из нашего мяса. Неудобно вязать, ты тактильные эти не у тебя. Кстати, фарш можете уносить. Сюда, в морозильник, все? Пошла в надпись. Понимаешь, Сим, хазер в цене. Мы один раз резали. А хазар, вот давай минимум вот так тут там. Сине хазар и киурон так сине. Хазар, подожди. Подожди, 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 ваш. Давай, кись. Нормально, я тут не буду. Почему я на тесто не сосилась? Специально такая, знаешь, ты будешь тесто несить, да лук чистить. Давай. Сюда пошел. И потом она увидела, типа. Угу. Да. Готово все. Заливай. Ты просто заливай, все перемешаем, не переживай. Приправы. Ты точно правильно рассчитал, дорогая? А? Что-то... Как будто много их. Да, ну тут 40 килограмм, да, тут мяса много. Не надо, не мешай сама. Это. Сама? Ну хоть, давай. Давай. Это же самый кайф. Просто тут, ну это мне кажется, потом, мужская один. Тебе еще... не нуало или дрейги надо. Потом вы еще будете. С душой, с любовью. Да. Как пахнет. Ароматика, да, да, бомбическая вообще. Эх, сейчас вот эту на сковородочку бы поджарить. Я думал, это все в сухом виде будет. То бишь, например, чеснок выдавил, бросил, размешал, соль там. Это у тебя своя технология еще, да, плюс? Что должна быть масса. Вообще так и было. Просто Алина решила сделать так. Вот посмотрим, мне кажется, это. Вообще так было, да. Ну, у каждого своя фишка. Я думал, принесут Алина соль, в тазике принесут перец. Все это вот так накидают, потом мы будем замешивать. Нет, можно и так, но перемешать же так сложнее, да. Все по отдельности. Алина сделала смесь. Уже эмульсию в тазике. Эмульсию, которая уже равномерно с солью, с перцем, со всем вместе. И так ей легче получается сейчас мешать. Так у тебя получилось бы, кусок перца попал, пока ты его размешаешь, да, как да, бы да. Много надо действий, а здесь минимум действий надо будет. Опыт, да? Ну, надеюсь, ловерса. Что-то твой узел какой-то не... Ой! Что случилось? Что за веревка? Ушатал. Ты записал, да? Свет, вот Свет, он тянул, тянул, узел рвется, он... Через... Анастасия, срочно едем во Фрейм, поехали. Срочно конструкционный узел. Сейчас всю ночь раны зализывать будем. Азмон у нас на... Это, на компрессии. Да. А за компрессию отвечает Светлана Фаридовна. Твое же все-таки свой личный мышца. И все знакомые движения. Вот именно, да. Согласна с тобой, главное все сделать как надо. Лёля, правда, Сима? Там вон миксер. Лёля, там толчишь. Вакуумный массаж идет, ясно? Видимо!
Если бы камера могла передавать запах. Издержки производства. Еле-еле сдерживают слюнки. Работаем, работаем. Это труд, это работа. Да, да, да. Мы поняли, какая любимая работа. Жамкать? Месить, мы любим месить. Не попадайтесь нам под друндугунду. Ну, под друндугунду. Замесим. Как фарш. Не покакал. Вала, я вала. Или тащик алкоголь. Вот по концовке, смотри, какая упругая должна быть. Смотри, давай. Сколько дней, Сагидян? Сагидян, сколько дней нам ждать ее? 45. Через сколько встречаемся, Лёша, как сказать? Все, хорош. Хорош, остатки обратно, хорошо, ты не кидай. Конечно, можно. Так, я пошел в следующий раз. Вот так берешь, конфету дальше. Закручиваешь, как шарик цирковой. На елочку их подать. Сам битрач, кастрационные узлы вяжет с высшим образованием человек. Что вы? Тут не... Вот сколько за партой сидел, да? Сейчас у нас будет тут вкусный-вкусный ужин. Готов почти. Вот. В общем, вот. Как-то так. Что, дорогая, устали? Нет, мы делаем вкусности. Вкусности. Мы для всех, для нас, для друзей, для большой семьи. Это благо. Отлично, от работы и так отдохнуть. Нам благо, это когда наши близкие рядом. Что бы мы ни делали, где мы бы ни были. О, вы как раз вовремя. Рано, газеты не подрасчитал. Я там смотрю, уже вроде на улице видео выкладываю, думаю, можно ехать? Наверное, закончили, уже там можно идти. Рановато, да? Молодец. Привет. Он в окно нет. Подглядывал, стоял. Вот так надо, приезжай. Конечно. Все-таки нормально, да? Закручивается. Ты вовремя, Беткеш приехал. Исаков. Ага. Беткеш. Давай. Ой, ты послушай, ты такой страшно просился. Она про полная получается, не полная. Еще вот так, вот это так. Ой. Тяжело. Вот и подошел наш к концу рабочий день, да? Получили массу удовольствия, и день был очень полезный. Всем огромное спасибо. Чего там? Кино снимаешь? Да. Сколько? 182 с подранком. С подранком 183. Да. 183 получилось. Так что, шулай. Манты бомбические, конечно. Вам спасибо, мы столько узнали. Да. Мы очень интересно. Традицию предков продолжим. Когда-то наши прадеды так делали. Весь процесс прям вообще придаем. На самом деле вот такой вот... Такую... Такие встречи, не просто... Не, жене, товарищ Адельметов, вы вообще можете фабрику вдвоем спокойно это кинуть. Вообще молодцы. Так они в такте работали вообще, это на шприце, четенько у них прям. Сначала написать, что получится, даже уволиться в своей работе. Все получается. Я буду начальником цеха потом. Производственного, пока у меня... Я буду начальник ПЦО, не ПТО, производственного цеха. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Эй! Молодцы! Так не вечера у нас. Время час ночи. Детское время. Осталось подождать 40-45 дней до готовности. Ну и в принципе будем наслаждаться нашим самым экологически чистым натуральным продуктом. Вот.
для меня так козлык — это деликатес номер один. Я думаю, для большинства представителей тюркской народности, тюркоязычной народности, козлык также будет на первом месте. Вот. А свой козлык, он в разы вкуснее и полезнее. Все, всем пока. Надеюсь, вам понравился этот выпуск с козлыком. Мы делали это все для себя и просто поделились с тем, как, ну, вот как мы это делаем.